Приветствую всех жителей интернета. Короткий ролик. Хочу сделать обзор инвестиционных проектов, которые на сегодняшний день предлагаются в большом количестве. Как я, допустим, среди этих проектов ищу надежные, да, и какие первые признаки, которые должны нас с вами насторожить, собственно, для того, чтобы мы не ходили куда попало. Мы возьмем с вами три или четыре проекта, и я покажу, каким методом я пользуюсь, и, конечно же, мы сейчас с вами воспользуемся лекцией для установления рейтингов этого проекта. Ну, буквально вот недавно общалась с человеком, предложили мне вот такой криптофонд. Друзья, сразу предупреждаю, я это видео снимаю, дабы предупредить вас от тех действий, которые совершать не нужно. Но каждый, конечно, человек взвешивает и поступает на свой страх и риск. Помните, что дисклеймер, он в любом случае существует, да, и мы отдаем сами себе отчет в тех действиях, которые мы совершаем. Итак, допустим, что первое я делаю, когда мне показывают сайт? Я нажимаю в браузере, вот здесь, где защищено, и нажимаю на сертификат. Смотрю на его длительность. Сертификат куплен всего на квартал. Да, то есть меня это сразу настораживает, почему, если такой криптофонд мощный, он не покупает его на год, на два, как делают солидные компании, всего лишь на 3 месяца. А для меня это минус. Закрываем. И я взяла из строки браузера адрес сайта, положила его в Алексу. И давайте посмотрим глобальный рейтинг. Значит, здесь мы с вами отмечаем, чем больше цифра, тем хуже. То есть, если вы вот сюда вот наберете, например, YouTube, да, с YouTube, то здесь вот в глобальном рейтинге появится циферка 2. То есть, чем меньше здесь цифр, тем лучше. Дальше, конечно, я смотрю географию. А здесь только СНГ, поэтому никакой иностранный криптофондом здесь, ну, на мой взгляд, не пахнет, по крайней мере, в него инвестировать, зарабатывать в нем я не пойду. Закрываем вкладку. Давайте посмотрим следующее. Есть вот такой популярный, не знаю, популярный, не популярный, но, в общем, короче говоря, друзья, называется это Tesla. Есть даже электронный адрес. Есть русский телефон. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, на самом деле Илон Маск стал бы запускать какой-то инвестиционный проект, да еще русифицированный, с такими большими процентами. Посмотрите на 10 дней, какие проценты предоставляет этот фонд. Пойдемте посмотрим на сертификат, что он нам скажет. Сертификат действителен по февралю. Ну, то есть он уже работает полгода. Я тоже не захожу в проекты, которые уже отработали больше 3-4 месяцев. Опять же, это только исключительно мое мнение, друзья. На Алексу сходим? Давайте сходим. Возьмем из строки браузера, ставим «Найти» и посмотрим глобальный рейтинг Tesla. Ну, такими богатыми именами, конечно, очень многие пользуются. Посмотрите, какой высокий рейтинг. Это очень много, 8 миллионов, и это не есть хорошо. Если это международная компания, да, видите географию, за полгода показывает только Россию. Вопрос, почему? Закрываем Теслу. Давайте посмотрим следующего претендента. Вот этот сайт очень популярен в сети, сетевики его полюбили. Но, знаете, если честно, меня смущает вот здесь. Здесь совсем не защищено. То есть мы даже сертификат сайта не можем посмотреть. Вот таким вот образом, ну давайте все равно на Алексу сходим. Так, убираем Теслу. Автомайн, наверное, HTTP разрез копировала. Сейчас посмотрим. Ну вот, видите, здесь даже есть график. С апреля месяца сайт работает. Идет в гору. Здесь что-то происходило. Ну, может быть, отпуска, консервации, не знаю, друзья. Но тоже глобальный рейтинг большой. Но здесь, по крайней мере, есть еще Германия и Израиль. Германия и Израиль. Ну, конечно, я хочу перейти к фавориту этого лета. Ну, это платформа Nelio, друзья.
Честно вам скажу, здесь я уже сделала инвестицию в долларах, и сегодня я завела сюда инвестицию в биткоинах. Давайте посмотрим сертификат. Платформа только стартовала. Сертификат куплен на год. Давайте пойдем смотреть на Алексу. Nelio Trade. Хорошая платформа, выплаты идут ежедневно. Все оповещения приходят на почту. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, рейтинг уменьшается. То есть, когда платформа стартовала, здесь было больше 650 тысяч, по-моему. Посмотрите, как снижается и какой мощный рывок вверх. Смотрим географию. Соединенные Штаты, Великобритания, Россия, Колумбия, Украина. Здесь вот еще Бразилия была. Но на Алексе, если, допустим, зарегистрироваться за деньги, то здесь будет показан полный перечень на вот этот вот просмотр, который есть. Вот, поэтому так, сейчас почту вам покажу. Посмотрите, пожалуйста, что сюда приходят все оповещения. Пришел новый реферал, меня поздравили. Произошел вывод, поздравили. Депозит сегодня я вам говорила оформленный, тоже поздравляют. То есть можно даже в кабинет не заходить, все абсолютно видно на почте. Поэтому вот фаворит августа 2018 года для меня, но опять же повторюсь, мое личное мнение, да, это платформа Nelio. Ссылка будет под этим видео. Вы можете сами зайти, посмотреть. Сайт англоязычный, и переводит его только Google Chrome. Если вы его открываете в другом браузере, вполне возможно, ну, то есть там не переведет, а Google переводит на русский. И, ну, обзоры кабинетов я уже делала, поэтому если заинтересовала действительно платформа, посмотрите, проанализируйте все сами, то добро пожаловать. Здесь помимо инвестиций есть шикарная партнерская программа. Сейчас без нее никуда, даже заправки, да, известные используют карточную систему, тоже его внедряют в сетевой маркетинг, ну и, в общем-то, инвестиционные платформы делают то же самое. В Nelio это 11 уровней партнерки, друзья, поэтому зарабатывать можно хорошо и долго. Ну, что могу сказать? Опять же, повторюсь, это было мое личное мнение. Давайте дискутировать, ставьте оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на видео. Все время будет интересная и полезная информация, друзья. Пока.